19 сентября. Мужество. Однажды вечером на собрании обсуждали тему мужества. Ведущий сказал, что, по его мнению, для того, чтобы приходить на собрание, снова и снова требуется мужество. Я с этим согласна, но также думаю, что для этого требуется и кое-что еще. Решительность. Надо быть мужественным и решительным. К тому моменту, как я впервые посетила собрание группы Наранона, я перепробовала все, чтобы заставить наркомана измениться. Но ничто не сработало. Действительно, мне потребовалось мужество и решительность, потому что к тому моменту я уже испытывала неприязнь к любой форме терапии. Когда я впервые посетила собрание группы Наранона, я услышала, что наркомания – это болезнь, а не вопрос морали, что человеку свойственно воздвигать барьеры отрицания вокруг того, что он не хочет принимать. Полное и абсолютное разочарование, физическое и эмоциональное истощение довели меня до такого состояния, что я не могла нормально думать. Я продолжала посещать собрания и слушать других, и я узнала, что бывают ситуации гораздо хуже моей. Я начала заменять свое отрицание проблемы готовностью принять перемены. Я слушала членов Наранона, которые делились своими историями об ужасах наркомании, и замечала, что, несмотря ни на что, они были в состоянии посмеяться и порадоваться обыденным вещам. Они получали удовлетворение, которое приносит работа по 12 шагам. Размышления на сегодня. Желание иметь душевный покой, которого достигли другие люди, стало настолько сильным, что я продолжала приходить на собрания снова и снова. Это желание обрести покой начало вытеснять мои чувства гнева, горя и отчаяния. Медленно рождался новый человек. Я чувствовала, как происходят перемены. Цитата. «Мужество и решительность обладают волшебной силой, перед которой исчезают трудности, а препятствия растворяются в воздухе». Джон Куинси Адамс.